Перфильева Светлана. У Сережи золотые руки. А самое главное, золотое сердце. Вот это он мне своими руками сделал. Сережа мне рассказывал, как на заводе трубу вальцевал. Сереж, ну что ты молчишь? Всем же интересно, чем ты занимаешься. Угу. Особенно отрисок, чтобы знать, где ловить. Тож, в случае с машиной это недоразумение. Ну-ну. Ну что же сказать, живу, работаю. Ну вот, засмущали человека. Сереж, ты совсем ничего не ешь. Возьми салатик. Тоже, перейди. Да, а еще, Сереженька, не забудьте, что у нас все вилочки посчитаны. Тоже хватит. Ну а что, чтобы знал, что у нас здесь не завод, так не сопрешь. Сереж.